На поле команды «Коммунстрой» сборная микрорайона «Завокзальный». В таком составе ветераны часто играют в футбол, но это случай особый. Юбилей их кумира – Славы Митревелли, чемпиона Европы в составе сборной команды по футболу СССР в 1960 году. Бюст спортсмена установлен у автобусной остановки «Стадион». Там и собрались активисты и родственники Митревелли. Именно здесь и стало известно, что благодаря поддержке члена Общественной палаты России Константина Затулина стадион теперь официально будет носить имя прославленного футболиста. Вопрос решен в Минспорте. Перепрофилируют, значит, все это имущество и будет называться не в ГУП «Югспорт», и в составе этого в ГУПа центральный стадион имени Славы Митревелли. Мы очень выражаем благодарность всем, кто к этому приложил свое усилие. Спасибо всем и особая благодарность Константину Затулину. И мы будем все, я так думаю, и уверена в этом, все будем довольны этим решением. И вот самое главное, что этот бюст будет поставлен туда, где он должен стоять, около стадиона, входа в стадион. Тем временем ветераны завершили матч. Со счетом 1-0 лидировала команда «Коммунстрой». Решающий и единственный гол забил Сергей Зизюлин.